told me that much and now he's dead. Told me to kill my indulgences with a sharp blow to the temple. Pick up the phone, call and do everything he says. I could take a plastic camera, we could make such a pretty picture. Oh, so happy, oh, oh, so happy. I'm pretty cool once you get to know me. I feel at some point I broke my mind. I'm always searching the silent type. I do, I'll make it look so easy. You open your eyes up so quickly, it scares me. She's an artist, paints across my chest, goes to parties, act like hotel guests, wake up Monday. Now it's over, don't you know no one gets what they came in for. I could paint her, wrapped around her. We could make such a pretty picture. Oh, so happy, oh, oh, so happy. I'm pretty cool, won't you get some. Всем привет! С радостью мы приглашаем вас провести этот чудесный вечер в футбольной компании. Как всегда, сегодня с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Встреча у нас что надо, это Division Rivals. Отличный матч мы сегодня выбрали для трансляции. Болельщики хозяев поля пришли на этот матч в отличном настроении. У их команды классная выигрышная серия. И в этой встрече есть все шансы ее продолжить. Вашему вниманию стартовый состав Реала. В воротах играет Джан-Луиджи Доннарумма. В обороне Юрген Коллер в паре с Фабио Каннаваро. В атаке Йен Райт вместе с Робертом Левандовским. Нам показывают состав команды гостей. В воротах играет Джан-Луиджи Доннарумма. В защите Антонио Рудигер играет с Карлесом Пуйолем. Тони Кросс вместе с Макелеле в центре полузащиты. Действительно, почему бы не сыграть в два нападающих? Согласен, схема сбалансированная и довольно вариативная. Угловой готовятся они подать. Навешивает с углового Тони Кросс. И ничего опасного здесь. Очень хочет он сегодня сотый свой мяч забить за клуб. Получится? Удивительный игрок, что ты еще скажешь. Когда защитник подбирается к такой отметке, всегда понятно, что это не просто игрок обороны, это лидер команды. Выдающийся футболист и, может быть, просто человек с суперспособностями. И есть блок. Какая самоотверженная игра, снова спасает свою команду. Робин Гозенс. Пуйоль с мячом. Меняют они фланги атаки сейчас. Эктор Бельерин. С мячом Герт Мюллер. Отличные оборонительные действия. Удар! Отличный сейв вратаря. И будет аут сейчас. Мюллер. Отлично он играет сейчас. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Робин Гозенс. Кросс. Здорово сыграно. Виллиан. Теряют они мяч. Виллиан. Левандовский адресат этой передачи. Нельзя терять мяч на своей половине поля. Получите теперь опасную атаку. Еще чуть-чуть, и был бы гол. Хорошо, он идет вперед. Но ничего здесь не получается создать. Боковой судья поднимает флажок. Здесь вне игры. Мяч штрафной. Очень серьезный прессинг сейчас.
Вратарь без проблем справляется с ударом. Пуйоль. Эктор Бельерин. Клод Макелеле. Потерял он мяч, но кому он достанется? Антонио Рюдигер. Эктор Бельерин. Они продолжают идти вперед, ищут варианты для развития атаки. Вне игры фиксирует боковой. Зинедин Зидан. Эктор Бельерин. Ну, никого же рядом не было. Однако мяч сохранить не удалось. Герт Мюллер с мячом. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Николь Аньоми. Эктор Бельерин. Можно выходить вперед, бей! Как играет Доннарумма. Мяч у Родриго. Бьет поворотом. Берет удар на себя. И отличный шанс у них вперед выйти. Угловой удар будет. Тони Кросс навешивает. И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Гости очень активны в последние 15 минут. Мяч в основном только у них. Они сейчас все делают очень здорово и совсем скоро, как кажется, должны забить в этом матче. И если они это сделают, то это будет вполне заслуженно. Будет штрафной удар, судья четко разобралась в этом моменте. Тони Кросс. Мяч покинул поле, угловой удар. Кросс. Тони Кросс навешивает штрафную. Выбивает мяч игрок. Эктор Бельерин. И есть поддержка у этой атаки. Всего одна минута добавлена к основному времени. Клод Макелеле. И ближе к воротам игра переходит. Пора всем на перерыв. Свисток главного судьи заканчивает первый тайм. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Виля. Ген Рай. Есть удар. Надежно играет вратарь. Гол! Вот это удар! Два гола за такой удар нужно давать. Вот повтор, отбивает вратарь первый удар, но выкладывает мяч точно под добивание на дальнюю штангу. И здесь соперник уже второго шанса не дал. Хороший, грамотный гол. Родриго. Родриго получает мяч. Отличные оборонительные действия. Роберт Левандовский.
Эктор Бельерин. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Робин Гозенс. Родриго с мячом. Робин Гозенс с мячом. Мощно он сыграл сейчас. Пас на Саида Аль-Увайрана. Робин Гозенс. Шикарно высокий прессинг, и мяч снова у них. Роберт Левандовский. Голкипер ведет мяч в игру. Повезло им сейчас откровенно. Свежие силы выпускают на поле тренер. Робин Гозенс. Клод Макелеле с мячом. Родриго. Уходит ближе к центру. Санетти выбивает мяч. Как всегда, чисто и надежно. Санетти – настоящая легенда Интера. Не случайно его четвертый номер выведен в этой команде из обращения. Хороший пас. Здесь защита справляется. И может тут что-то получиться у них. Игра продолжается. Вратарь не забрал мяч. Реал получает право на угловой. И произойдет замена. Просят поторопиться игроков хозяев Бальтики. Левандовский забивает. По мнению Георгия, он делает это нечасто, но тем не менее здесь он не подвел свою команду. Браво! Повторяют нам гол, и здесь стоит, конечно, выделить передачу с углового. А Роберт Левандовский был хорош в завершении. Он отлично выбрал позицию и точно пробил головой. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Они идут вперед. Много вариантов, как сыграть в атаке. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Зинедин Зидан. Хорошая передача на Виллиана. Можно продолжать атаку. У такого гола совсем нет шансов быть засчитанным. Очевидное положение вне игры. Игрок находился в километровом офсайде, поэтому к судье никаких вопросов. Эктор Белерин. Ген Райт. Передача. Где-то там есть Левандовский. И вратарь первым оказывается на мяче и выбивает его кулаком. Можно забивать! Такое впечатление, целил в угловой флаг. Готов тренер замену сделать. Как же здорово идут вперед. Эта атака может получиться опасной. Супер момент у него. Мяч выбит. Очень хороший отбор. Пошли последние 15 минут. Вне игры, оказывается, команда. Эктор Бельерин. Ля-Казет. Бьет поворотом Клод Макелеле. Нужно играть. Вратарь не сумел забрать мяч. Мяч перешел к другой команде. Еще достаточно игрового времени. 10 минут.
Опасно может это владение мячом завершиться. Родриго получает мяч. Вперед он тащит мяч. Отличный вынос. Мяч снова разминулся с воротами. Команде никак не удается сократить отставание. В этот раз почти получилось. Время и силы еще есть, и главное прибавить в точности. Фабио Каннаваро. А теперь Санетти с мячом. Многолетний капитан Интера, участник двух чемпионатов мира в составе сборной Аргентины. Человек, который точно может сказать: моя карьера удалась. Йот! Хороший удар, но вратарь спасает. Угловой. Готов свежий игрок войти у нас в игру. В центр штрафной подан мяч с углового. И ничего опасного здесь. Команда может развить контратаку. И есть куда бежать ему дальше. Очень острый момент. Не могу не отметить этот отличный дальний удар. Пусть ворота и были пустыми. Еще раз повтор. Гол, пустые ворота. А где все? Очень здорово прессингуют они. Дает главный судья свой последний свисток на сегодня, и он... В этом матче они вчистую переиграли соперника. Только посмотри на табло, когда еще мы увидим такую разницу в счете?